Здравствуйте, с вами снова Андрей, мы продолжаем играть в Wasteland 2. В прошлой серии мы взорвали нахрен цитадель, но я перезагрузился. Так, значит, а что у нас там? Что, можно сказать, прошли игру? А что? Так, сейчас надо еще посмотреть вот здесь что. Так, просто я думаю, может быть еще взять патроны. Потому что патроны просто, они будут улетать, особенно у пулеметчика. Да, возьмем патроны. 600 баксов. Так, холодное дробящее. Давайте кирку продадим. Значит. Еще какую-нибудь дрянь. Вот это у нас просто есть еще второй. Модификатор довольно частый, поэтому пусть будет только один он у нас. Кто у нас еще там загружен, перегружен? Так, здесь у нас там всякие книги и фиги. Кстати, сейчас надо будет с ними разобраться. Так. Да, кстати, надо будет сейчас и модификатор посмотреть. Костюмы. Берем костюмы. В принципе, бабла у нас, как видите, хватает пока что. На все это дело. Можно взять еще вот эти штуки. Сколько они будут стоить? 308. Окей! Окей, босс. Так, вот эти дрянные костюмы-то, никак они... А, рюкзак. Вот, защита от радиации. Да, вот они на группу идут. Защита от радиации у нас 2, то есть она нас будет защищать только от первого уровня. Окей, ну что ж делать, от первого так от первого. Значит, мы передаем лечилки Тревору. Тосты, кстати, еще ничего не дают. Хрустящей золотистой корочкой. Намажьте его арахисовым маслом, получится амброзия. Так, значит, соответственно, передаем это все по патрону ему. Правда, не понимаю, нафига тут сделана какая-то странная система, что она нормально не упаковывается. Окей, так. Значит, соответственно, это, кстати, не могу дать. Так, у этого сколько патронов? Ну, в общем, порядка 230. 146. 243. Так, соответственно... Я не знаю, кстати, что ему. Какое у него украшение? Нет, это полезно. Вот, кстати, можно ему вот отдать. Штраф к восприятию, но бонус к шансу попасть. Давайте вот так. Ага. Окей. Так, модификатор она не продает, насколько я понял. Вообще никак. Сейчас еще раз посмотрим на всякий случай. Потому что мне не помешали бы на самом деле прицелы. Так, еще раз. Нет, модификаторы есть. Клейкая лента, да? Клейкая лента. Вот. Напродавали все гадости. Так. Блин, какой ужасный звук на самом деле.
Ладно, пошли к углекопам. Будем мстить медоедам. Где там эта шахта? Я забыл. Нет, знаете, не будем мы сейчас с животными связываться, у нас есть конкретные задачи. Я затупил. Папа, где вход? Вот. Ну ты уж сейчас уже у меня, знаете ли. Затупчик. Так, смотрим. Всех ли оружие наготове? Да. Так, кстати, вот что у нас. Так, давайте посмотрим. История Ричарда Грека. Блин! Это же плюс навык жополиц. Хоть записывай. Так. Так, окей. Понял? Так. Дали сюда. Фермера. История Джона Гинна. Так, ну это, знаете, давайте это потом посмотрим. Снято. Письмо, смотри. Шура. Смотрим еще. Книжки. Книжки я в основном главным своим персонажем собираю. Вообще как главным, первым. Поэтому вот матрозы. Окей. Кирпич применяет лопату и звучит довольно забавно. Ага. Так. В свое время все шутили, что голубая мечта игрока Fallout — это собрать все говно на карте. Здесь это, в общем-то, получает свое подтверждение. Так. Такие сложности. Правда, урон меня радует. Но это был крит. Ну,
имеет ли смысл вообще им стрелять? Потому что нет. Хорошо, попали. О, да их тут далеко не 5. Ты хрена. Так. Думаю, польза от меня будет больше, если я сейчас атакую персонажа, если я... Какой-нибудь базук не долбанул. Где базук, а? Вот. Так. Один. Ну как видите, сейчас я уже намного лучше с ним получается. Чего у него такой маленький шанс попасть в очередь? Интересно. Как-то я не понял этого прикола. Так. Грены есть? Есть, давай сюда. Первый давай. Ой. Окей. Copy, Echo One. This is Ray. Echo One. Congratulations, Echo One. Так. К сожалению, это не особенно нужные вещи. Ладно.
Опа. Все. По-моему, последний заслон. Рейнджер, должно быть, это Денис вас позвал. Свободу на безопасность. Видите, поджарого и сильного юношу. Макса Жукова. Правда, его голова, левое плечо и рука перемотаны бинтами. При храму он направляется к вам. Я думал, что уже больше никого не увижу. Камни закрыли путь, и мы все оказались в ловушке. Думали пробить все пультративными зарядами, но у нас кончились детонаторы. Мы подорвем завал и вызволим вас. У вас есть детонатор? Да! What the fuck? А можно вопрос? А зачем... зачем мне нужно взрывать завал? Они же могут выйти из шахты. В чем проблема? Я же расчистил дорогу. Вреда кула какая-то. Бог тому, устанавливайте их поскорее, потом нажмите ручку у подрывной машины. Окей. Так, давайте засейвимся, потому что мало ли что может быть. Шахта маленькая. Скажу вам. Тонатора. Так. Ой, навык. Так, и чё? Так. Ну и, соответственно, наш главный пиротехнический эксперт. Давай. Спасибо вам, рейнджера. Окей. Это всё? То есть, в этой локации мы закончили все дела. Ну что ж, хорошо, закончил. Ничего тут полезного нет больше. Если честно, мы не думали, что у вас все получится. Огромное вам спасибо. Вот, возьмите это в знак нашей благодарности. Журнал обновляю. Короче, собственно говоря... Мораль всей басни такова, что нам надо сейчас сходить в Дарвин, сходить еще в тюрьму, то есть найти способ добраться до Дамонта, да? А, значит, свиньи, ну это понятно, это все тоже в тюрьме. Непонятно, где надо лекарство от рака найти. Значит, собрать материалы, с которых рейнджеры могут даже только боеприпасы, но это так, такое. Это все есть. Мама, Калита. Благодаря вам моя мама стала невредима. Я... может все... мне все же удастся... Я перед вами в неоплатном долгу, но может мне все еще удастся его вам возместить, предоставив свои услуги в качестве телохранителя. Ты хочешь стать нашим телохранителем? Да, у нас нет денег, чтобы расплатить с вами, поэтому предлагаю вам свою единственную цену, 500 спиналов. Пожалуйста, соглашайтесь, я перед вами долгу, хочу с вами расплатиться. А, нам не дадут же его взять. Но раз ты считаешь себя должником, то ничего не поделаешь. Давайте лучше... Нет, давайте не будем ему ничего давать, нам, в любом случае у нас уже есть комплектованная команда. Макс-жуков. Баба шахтера, ну... Айзек Лейбовиц. Очень счастливый шахтер. Хвала Господу, рейнджер, очень рад видеть вас снова. Бро! Что это сейчас было? Что за бред? У нас шахта уже была. Ладно, окей. Как ваши дела? Мы рады, что с вами ничего не случилось. Это настоящее чудо. Если бы вы тут не появились, то вскоре нашими трупами могли бы полакомиться буфиги. В следующий раз я установлю более крепкие опоры в вашей помощи. Как это вы устанавливали опоры в установке? Ну, по крайней мере, руководил их установкой. Я один из немногих в этих местах, хотя бы немного понимает в инженерном деле. Так что все подобные дела оказываются на мне.
Но приходится обходиться лишь теми инструментами, знаниями, материалами, что мне Бог послал. Я верю, что теперь он подскажет мне, как создать более прочное и устойчивое сражение. Просто верю и все. Даже живя в пустошах, вы все равно не забывайте о вере. Конечно, это непростое испытание, но если мы примем его с открытым сердцем и прославляющим Господу песню, обязательно вознаградит нас. Слушайте, по-моему, это тоже отсылка имя этого персонажа, только к чему я не помню, честно. По-моему, какой-то тоже был постапокалиптический роман. Любовица какого-то. По-моему, так. Вот просто я, честно говоря, сам не читал, поэтому не могу сказать. Да. Ну чё? Короче говоря, в шахте нам делать абсолютно нечего. Там это локация одного квеста, что называется. Так, стоп. Стоп. Или нет? Ну-ка. Кстати, смотрите как. Таинственный храм. Еще один таинственный храм. Знаете что, ребят? Нет, сейчас я туда заходить не стану. Объясню почему. Собственно говоря, вот я говорил... Я вам просто говорил про то, что игра может стать непроходимой. Вот как раз там с храмом это должно быть связано. Правда, там вроде как другой храм, который относится к Дамонте. О! Ага! То есть на них нападают эти... Так, все сложно. Окей. Ну, урон она наносит очень большой. Поэтому... Так. До свидания. Давай, до свидания. Ладно, еще по своим попали, но это пока терпимо. Ай-я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 й. А где еще? Чё, не хотят с нами общаться?
Молодцы, долго же вытянули, блин. Красавчики, чё? Вау! 16 луки. Неплохо, неплохо. Так. А я не понял, из них же никого не убили, ничего. Вы можете идти. Красавчики! Ну блин, ну чё за фигня? Ни здрасте, ни до свидания. В бою мне, кстати, не помог. Что? А. Слава тебе, Господи. Я испугался, что оказался в локации, с которой нет выхода. Так, ну я думаю, до этого мы дотянем, молодец. Ну чё, пошли узнавать, что делают в тюрячке, как говорится. Прибьём нафиг всех красных скорпионов, наверное. Они ж всё равно нас никуда не пускают, а смысл с ними общаться? Я так понимаю, что смысла большого нет. Ральф говорит, что ему здесь не нравится. Ну, мне тоже не очень. Сейчас чуть-чуть баба начнет стонать, наверное. Или она уже умерла, кстати. Тоже вариант. Понял, ладно. Так. Я уже забыл, как вам сюда нам. Потому что локация, опять же, огромная. Нет у нас какой-нибудь скорби. Скорби совсем не пошло. Кстати, тут же был, по-моему, второй вход где-то. Или я что-то. Да. Давайте, кстати, вот сюда сходим. Мы в прошлый раз не сходили. Кажется, кран оборудован гигантским магнитом. Интересно. Пойдемте. Давайте посмотрим, куда мы сейчас выйдем.
может быть, какой-то хитрый обходной путь есть. А может быть, пещера опять каким-то медоедом попадем. Не знаю. Ну да, похоже на пещеру. Так. Да, мы попали на. Ага. Мы попали туда, где сидят красные скорпионы. Да ё-моё! Стоп! Да, ребята, я не уверен, что мы правильно пошли. Да, мы, наверное, зря сюда сунулись. Как ни странно, с этой частью его речи я согласен. Что ж, прошу прощения. Так, ну что ж, продолжаем. Так, сейчас надо будет очень аккуратно туда входить. Так, надо подготовить тяжелое вооружение. Благо грена у меня хватает. Ну, в принципе, ладно, тут блин, за залезание в инвентарь очки действий вообще не тратится. Можно гранату раз. Даже гранату два. А? Если динамит. Это же динамит малоэффективная вещь. Гранату три вот это. Благо, в данном случае гранаты не жалко. И они вещь полезная. Так, ну что ж. Так, теперь укрытие нам надо распределить сразу. Так, самых ценных стрелков группы мы распределяем сюда. Так, значит, соответственно. Сядь. Так.
соответственность. Или даже по-другому. Не, по-другому. Этот у нас двигаться во время боя не может. Пусть он присядет здесь. Груза. Короче, как-то так. Сейвимся. Фига! Куда они бегают? Просто это просто какой-то ад. Куда он бежит-то? Ёлки, а какая у них скорость-то? Откуда такое вообще? Откуда такие приколы? Просто пипец. Ну как видите, мы не зря сюда не ходили ранее. Так. Ловите. Так. Вон. Так. Так, мы бежим стрельбы. Окей. Ой, нам идет что-то большое. Так. Нет, гранаты их не зацепишь. Справишься? Отлично. Да вы издеваетесь, что ли? 7 патронами промахнулось. Молодец. Так, мне кажется, сейчас Грену надо будет юзать. Ага. Неплохо. До свидания. Так. Блин, совсем яичек сломался. Так, она в угрожаемом состоянии, да? Окей, сейчас мы туда отойдем. 37 хп, ну, маловато. Маловато с него. Ты козлина! Ну, в принципе, ладно, он не прокачан. Как вот эту фигню делать? Я не умею так. Или не у всякого тяжелого оружия есть такое. Так. До свидания. До свидания. Че он клинит постоянно?
Короче, все козлины. Ну, правильно сделал. Я бы это должен сделать. Фу! Ну, вот такая вот у нас получилась махалка. Так, чё ей дали? Так, навыки 1, 4. Так, на снайперске уже нужно 6. Зоотехнику. Зоотехника и зоотехник глаз. Давайте же зоотехнику. 2. Ничего качать. Так, здесь взлом замков, поливаем если тут все качать надо. Фактически. Дробаши. Дробаши, не дробаши. Тяжелый выбор на самом деле. Ладно, давайте вкачаем ему, наверное, дробаши. А, дробаши, все. Значит, так до вечера посижу. Так. Так, здесь что у нас? 5 очков. Качиваем нялу, в принципе. Полезная вещь. Я в флоте бартер никогда не качал, но там у меня был один персонаж. Так. Окей. У них неплохой лут, на самом деле, с них падает. Очень неплохой лут. Не взорвавшаяся граната. А это что за фигня? Не взорвавшаяся граната. Эта граната не взорвалась пока. Окей. Интересно, здесь большой вообще? Бежище или нет? Что такое? Достал тут стопку старых газет и рулон туалетной бумаги. Может, это тоже отсылка, но я не знаю почему. Хотя, понятно. Это не отсылка, ребят. Берем. Ну, нам пригодится. Во. Окей. Называется отсылка к туалету. Так. Ну, основной лут, собственно, упал с этих, с козлин. Что, пошли? Посмотрим, кто нас выведет, эта фигня. Хороший наблюдательный пункт. Отсюда видно форпост Красноспектрона. Ага. Вот тут собаки ходят, да? Все эти. Ага. То есть мы можем просто зайти внутрь. Ну чё? Чё я могу вам сказать? Сеемся, и походу у нас сейчас будет очередной эпичный бой.
Правда, меня смущает то, что мы уже потратили часть гранат. Это вот... Гранаты здесь вещь крайне полезная. Просто крайне полезная. Так. Давайте, может, стрелу отведем. Пулеметчика нашего переведем. Все сложно. Ну их здесь дофига. Это все, что можно сказать. Всем присесть. А как она их видит, если у нее обзор заблокирован? И кто их видит вообще? Почему нельзя сесть в засаду, а? Удобная была бы функция, на самом деле. Блин, как, куда они бегают-то вообще? Пиздец. Собачки. Так, дайте разбираться. Так, они сейчас неудачно стоят. Блин, стало хуже. Вы издеваетесь, что ли? Так. Граната у нас одна. Но базук у нас вообще не осталось. Печаль. Да. Хреново. А, кстати. Может быть, имеет смысл ему отдать М-ку? А, она разряжена. Нет, нет, не имеет смысла ему отдавать М-ку. Уродцы.
Так, убили одного. Я по Анжели попал. Ну ладно. Попал так попал. Да блин, да что ж ты какая косая? Давай. Чё ты затупил-то? Алло, гараж. О. Собаки лохи. Вывод. Ой. Ты ё-моё. Так. Что это за мразь там у нас вылезла? Снайпер. Плохо. Так. Идем на перехват снайпера. Так, 6 очков. Но он лечить не умеет. Засадик усилит. Куда пошла? Куда пошла ты, дура? О боже. Так. Давайте попробуем. Так, пошел нафиг. Так. Надо было выглянуть и посмотреть. Так, этот уродец вообще там не ходит, да? То есть он не может нам зайти. Так, значит, в принципе, вот этот уродец есть еще. Это снайпер. Давайте к нему поближе подойдем. Так, Трево. Окей. А чё не так? А, у него всего один этот остался. Еще понятно почему, но ну, окей. Да блин, дебил! Сука. Твою мать. В принципе, тут есть ряд вариантов у нас. Вот отсюда, а будет видеть кого-то? Нет, все укрыты, блин. Давайте так. 9%? Красавчик! Красавчик, чё? Красава. 64%. Давай. Так, ну чё, неплохо. Так.
Сколько у него? О, ну дофига. Успокойся, пулеметчик. Так, сейчас. Да блин, да что же? Что за издевательство такое? Так, пусть лечит. Вот. Хе-хе. Думаешь, спрятался? 66 урона не хочешь? Так, сколько там? Не, ну это мы в этого мы не попадем. И в этого мы не попадем тоже. Ладно, засада пусть встает. Так, интересно, достану, не достану. Думаю, не достану. Ну, иди туда уже! Дура! Я на мышь не реагирую почему-то. Нет, все равно не попадает. Ой! Ой! Сдохну. Так. Смогу 42 раз? Смог. Слишком далеко горит? Блин. Печально, что я не могу ходить, конечно. Не достаю. Не достаю. Ладно, придется сбегать вниз. Так, ныкайся сюда. Так, сейчас вот вопрос, хватит нам дальности или нет? Ну, стрелять мы можем, но... крайне косо. Мужик там все ходит. Ах ты черт! Дырок. Так. Так. Так, пусть сидит в засаде. Так. О, можно этого типа. О, неплохо. Так. Давай хирургию поменяй. Сколько у него хп там? Да, кстати, не так мало. Не так мало. На всякий случай, перейдем куда-то сюда. Энджело, Энджело сюда. Так, ну этот товарищ здесь сейчас бесполезен. Ну, на всякий случай переведем.
77 урона, это, конечно, хорошо. Блин. Обыдно, сющий. Чуть не убили. Можно? Пошел вон. Ху! Так. Copy, Echo One. Echo One, I believe. Congratulations, Echo One. Так, чуть-чуть у них тут кровоточащая рана, ошеломление, окей. Вот так, ребят. Ну, в принципе, все, видите, нормально справились. Без каких-то томатских сейвлодов вообще. Собачки вообще полные лохи. Так, меня интересует снапа. А чё, чё, мы с него уже лут собрали или с него просто не выпили? Сейчас надо вот сходить наверх. Если там какой-то лут имеется, надо его собрать обязательно. Всё. Так, секунду. Меня вот это интересует. У него вроде снапа была неплохая. Ну да, относительно неплохая, скажем так. Относительно неплохая. Пулеметчик, интересно, лут выпал? Или нет? О, сколько тут сейфов. Родные наши любимые сейфы. Ладно. Блин, а там ведь еще патрули, по-моему, ходили, да? Нет, патрулям мы пока не пойдем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Да черт! Опять они! В общем, ребят, давайте так. Разбираться мы, наверное, со всем этим безобразием будем уже в следующей серии. Тут огромное количество лута. В общем, впереди еще один блокпост. Ну, будем его выносить. Что ж. Чтобы увидеть, как это будет, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, дальше будет еще интереснее. С вами был Андрей, всем пока!